И захочет, чтобы ее погладили, сынок. Все, понял, понял. Ты тоже не замечаешь ее. Шанелька стоит на очереди. Что, она тебе нравится, да, значит? Да, тут все хорошие, просто к ней в первую очередь хочу. А? К ней в первую очередь хочу, Серёга. К ней в первую очередь хочешь, да, подойти? Да. Конечно, ты ее так гладишь, любая подойдет. Маквинович пришел. Короче, сыну работа есть. Че, мамка и сыночек, да, сынок? Да. Как обычно. О, француженки тоже с ума сходят. Что-то они постоянно вместе сейчас, все время вместе. На кухне вместе убирается, стирка вместе, все вместе. Девочка пока отдельно. Ее первый враг это Диора. Диора на нее жестко нападает. Ищет она помощь у Маквина. Вон так Маквин стоит впереди. Все, видите, в очередь стали. Вон. Дочка и мамка трутся. Шанелька тоже там. Жарко с утра, очень душно. Вон Маквин идет. К новенькой Лейла головой ее прогоняет. Маквин контролирует все. Трава созрела, видите, поля пожелтели. Раньше здесь ромашки были. Очень много ромашки было. Сейчас они уже начали нормально. Ну вот от того, что трава была сочная, нормально начали вес набирать, от того, что трава была сочной, у них немножко такой понос был. Теперь уже у них кругляшки пошли. Это о чем говорит? Еда будет задерживаться в желудке, в прямой кишке, и они будут максимально выжимать оттуда. Короче, блендер сейчас у них не часто будет работать. Ага, смотрите, Маквин. Ругает новенькую. Маквин с ней играется. Ох ты, что это было? Ты видел, сынок? Что это было? Смотрите, что она тоже его не бьет, как назло. Подпускает к себе, а он вот так играется с ней. Вот. Ох ты! Махнула наконец-то. Вот так играется он с ней. Она не понимает, что он делает. Все, Маквин пошел метки ставить на ее. Этих. Измир! Отойди от нее! Папа сейчас тебя за уши возьмет. Ты тоже, Шанель Коко, иди на кухню.